Как думаете, на улице уже 20 июня, пора уже поменять колеса на летнюю резину? Наверное, пора, да? В Леруа теперь новая зона самообслуживания есть. Удобненько. Удобненько? Слышно такой звук? Булькотение. Воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе! Метровый! Спасибо за... Пожалуйста, коснитесь экрана. Ой, у нас сегодня снова рейд в Леруа был. На улице жаришка неимоверная. Мы сейчас направляемся на поиски локации для фотосессии. Небольшая предыстория. Я увидела эту локацию. Будь здоров, любимый. Так, небольшая предыстория. Увидела я эту локацию в ростовской группе. Там такая локация, похожа на поверхность Марс. Мы в поиске заброшенного глиняного карьера, где можно провести фотосессию. Эту локацию пытался найти мой фотограф. И он исчез потом. С которым мы выйдем провести там фотосет. Он ездил и не нашел. И вот теперь мы едем искать эту локацию, не знаю. Надеемся, у нас получится. У нас не может не получиться, я с тобой еду. Да. Все-таки ее нашли, так что в следующий раз переедем сюда с фотографом и будем делать крутые снимки. Вот и мой образ. И мы работаем в этой локации. Вуаля! Там висит мой фотограф. Не знаю, поместился на ладошку или нет. Классно, что никого нет, но очень жарко. Съемка идет, и ты такой среди поля голос такой. Короче, нам непонятно, нам это говорят или нет. Мы надеемся, что не нам, откуда-то вон оттуда. Кто-то говорит, что это частная зона, что тут нельзя находиться. Но так как мы вошли нормально, никаких тут заборов, никакой там колючей проволоки не было, надеюсь, что все окей будет. Знаете, о душевной атмосфере во время фотосессии. Я буду еще один с тобой. А мы в тенечке, а мы в тенечке. Красота.